Опыт катания у меня не очень большой. Успел позаниматься, покататься на косе Благовещенской, на Ясенской. Ну, насколько это было возможно, на Плещеевом озере. Сейчас вот приехал сюда, в Таиланд. Вот. В Таиланде кататься пробовал только здесь, в Куахине. Но в целом из всех пляжей, из всех мест, которые я здесь видел, пожалуй, это лучшее. Огромные пляжи, чистые, без ракушек, без мусора, ну или почти без них. Ровный песок, небольшая глубина, ну почти нет волны. Приятно. Приятное впечатление, и ветер ровный. Тепло, хорошо, будет каждый день, да? Да. Теперь пару слов о кайтинге. Я вижу, у тебя сзади новенький Kite Blade Trigger. Вот как у тебя. Модель 16-го года. Вот решил взять его. Взял себе 14-метровый размер. Вижу предыдущие кайты, на которых я пробовал кататься, 12-й и 13-й, у них постоянно не хватало. А учитывая, что у этого кайта довольно большой ветровой диапазон, мне его хватит для почти любого условия. Но ощущение по отзывчивости, там, управляемости, по удобству планки. Ну, это большой кайт. Нельзя сказать, что быстро отзывается на действие, но в целом мне нравится его отзывчивость. Планка у него не прямая, с небольшими изгибами. Да, вот здесь это хорошо видно. И эти изгибы хорошо ощущаются, когда ее держат. Ну, в принципе, приятное новшество. Я пока не оценил до конца его пользы, но я думаю, мне это поможет. Вот. В целом, ну, тянет кайт меня хорошо. А взлетает тоже легко с воды. На прыжок еще не пробовал, да? Прыгать пока не пробовал, разве что с волны. Понятно. Спасибо большое. Привет, я Дэн Змей. Я сегодня покатался на замечательном кайтике Blade Trigger образца 16 года в 14 размере. Спасибо хозяину Дмитрию Гилсу за предоставленное оборудование. Значит, ну что вкратце скажу, планка не изменилась, как была крутая, так и осталась. Я думаю, изменять мне нечего. Вот, она такая чуть с изгибчиком, тут специальный у нее плоский туннельчик, чтобы фиксировать педанхов. Короче, все как было круто, все осталось, предыдущий отчет можно прочитать. Значит, хочу сказать немножко о кайте, уже позади меня. Значит, форма претерпела изменения, пушки стали более острые, и кайт стал быстрее. То есть он не стал от этого менее комфортным, то есть у него сохранились такие характеристики, как большой ветровой диапазон, очень легкий реланч, подъем с воды. При этом кайт стал быстрее, даже в 14 размере. Я могу сравнить там с такими брендами, как North Dice, F1 Bandit. То есть я попробовал на нем прыгать. Кайт действительно рулится быстрее, дает в небо, дает сделать какие-то трюки. То есть он стал уже не совсем новичковым, как это было в том году. Он стал быстрее. На нем стало интереснее кататься. Я думаю, я еще на видео прыжочки, но уже было на предыдущем видео чуть-чуть. Вот. Кайт офигенный, рекомендую, качество осталось опять же на очень высоком уровне. Кайт сам